Всем привет! Вы попали ко мне на канал. Полина. Полина Твин. Сегодня мы поехали в цирк, но сегодня будет гораздо интереснее, да? Да. Только не говори. Не-не-не, это секрет. Увидите сами. Мы уже зашли. И вот такая вот тут красота. А, большая. Красивые. Сашуль, только не врежься в полю. Мне бы не врезаться ни во что. Thank you.
Мне очень понравилось. Да? А что Саша такой невеселый? Ну ладно. Мне, в общем, понравились очень тигры. Такие прикольные. А вам что, мам, папа, понравилось? Мне понравился кот, который крутил огонь на лапку. Правда, не успели заснять, там совсем чуть-чуть. А тебе, папа, кто понравился? Девушка без страховки сам под самую губу в цирке. А, перед тиграми. Да, кстати. Понятно. Саша, тебе что понравилось? Ну что тебе понравилось? Тоже тигр. Тоже тигр? А какого они цвета-то? Синие. Саша сказал, что они желтые. Или они все-таки какого-то другого цвета? Мне показалось белые, нет? Нарисовано было белое, а потом я смотрел, не знал, какие цвета. Они белые. Белый в полосочку. В пятнышке мне показалось. Ой, солнышко. Так, солнышко выглядит. Первый раз за 2 недели. Ура. Солнышко. А сейчас мы едем в магазин покупать мне шапку. А то в прошлый раз я взяла мамину шапку. Но она мне, кстати, подошла. Так что идем в магазин. Мы решили зайти покушать. Идем выбирать, что будем кушать. Скажите, что вы будете кушать? Сейчас на ужин. Саша говорит, я буду кушать игрушку. Какую еще игрушку? Игрушки же несъедобные. Я хочу купить игрушку. Понятно. Я буду крошку, картошку, морковку. Сашка баловняшка. Кока-кола, да. Кока-кола. Я люблю апельсин. Панда. 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 Куда? Я буду чикен ролл, да? Чикен ролл? Да. Да, и панду. Вот такой сидит. В итоге мы походили и купили мне вот такую шапочку. А сейчас поедем домой. Все очень устали. А мне еще уроки делать.